Привет, сегодня снимаем клип. Это очень экспериментальная работа, как раз то, о чем я рассказывал, как можно, в принципе, снять клип недорого. Значит, используем мы один объектив ВАЗН 28 мм, ограничили себя специально. Значит, у нас Zcam E2. Снимать будем, в принципе, практически весь клип 120 FPS. У нас одна моделька, один артист, сейчас я покажу. Это, в принципе, практически весь наш сетап. Почему я взял аноморф? Для того, чтобы подчеркнуть вот эту локацию. Очень необычная локация, строительная квартира. Все, мы делаем такой фэшн-арт. И вот этот вот объектив, в данном случае аноморфный, он не будет давать какие-то блики от света, а просто сузит картинку, сделать более ее такой вот примятой, что ли. Ну что, посмотрим, возможно ли снять клип на 20 тысяч рублей. И что из этого, в принципе, получится? 13 тысяч рублей, друзья. Ну, понятно, что все за хлеб, за воду, но тем не менее. Каждый жнец и жрец. Вот, например, наша актриса. Покажи актрису. Она и визажист, и, в принципе, актриса. А, еще у нас важный момент. У нас дым-машина. Взяли маленькую дым-машинку, всего лишь за 400 рублей. И она сейчас создает нам плотность атмосферы. Сейчас будет все классно. Все хорошо, начнем было, но не хорошо будет. Мы, друзья, используем всего 4 источника света и плюс еще, естественно, окно. Раз, два, два концертных, одну маленькую LED-панель и один буллет чуть-чуть побольше. Может быть, пойдем снимать на улице прямо под дождь. Может быть, успеем без дождя. Посмотрим, какие варианты. То есть экспериментируем прямо на месте. Оставляйте всегда возможность творчеству. Все, сейчас снимаем портретики. Дайте мне Дашу бутылку быстро с молоком. Пошли, приятно. Скажешь, я вижу. Да, резко. Женя, пускай. Да, Женя. Пошли, приятно. Так, пускай на горе. Сейчас еще сниму ее на третьем. Мне очень нравится этот цвет, просто идеально вот так. Сейчас крутые будут камеры, ладно. Ручками, ручками. Охуенно, давай. Максимально стараемся выжать из одной локации, опять же, о том, о чем я говорил. Специально для эксперимента мы взяли строительную квартиру, где просто 4 голые стены, пол тоже бетонный, потолок бетонный, все бетонное. Да, посмотри на меня. Раз рукой, убери. Еще. Здесь смотри и плюй. Ты прочитал мои мысли. В конце это что-то было просто. Плюнь нормально. Давай. Харкни. Давай.